Давай. Отговоренные. Всем привет! Добрый вечер! А вас много. Мы рады вас видеть. Провожая закат, все здесь просвет, колонны шумят без ответа. Остаться одному в моей пути все не пробивается.
остаться в одного. В моей квартире свет не пробивается в окно. Ты не услышишь голос никогда, я иду с тобой. Остаться в одного, забраться на балкон. Среди бетонных блоков нет никого. Пустует коридор без запаха духов. И дым от сигарет летит между давно. Будет проще снова остаться одного и больше никого. Одиночество мой дом, и чувствую покой. Да ты была права, что знала за мной. Я улетаю ввысь, остаться над землей. На этом моменте в Сочи ворвался ОМОН. Здесь у вас нет такого флешмоба, надеюсь, нет? Нет. Отлично. Будь я за твоего, упоминалый цвет. Сидим уже давно, разговоры тет-а-тет. По билетам на кино, на ночном сия вдвоем. Но ты любишь не меня, и мы точно не пойдем. И мы точно не пойдем туда, где будет светит ночью луна. Туда, где мы будем двоих с тобой сходить с ума. Ловью с ума. То есть я ловлю с тобой кайф, а ты смеешься, когда я веду себя как дурак. Мои карманы пусты, но за душой мечты. Еще ни разу слышишь, как звучат мои хиты. Не знаю, чем все обернется, но пока мы живем, давай мы просто растворимся этой ночью. Но поезда твоим. И потихоньку приближаемся уже к баянной секции. Я знаю, что вы ждете. Раз, раз. Все по плану. Лесничок.
я выбился из сил. И в доме лесника я ночлега попросил. Улыбкой добродушный старик меня впустил. И жестом дружелюбным на ужин пригласил. Пусть как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, хоть желаешь, я расскажу. Хоть желаешь, расскажу, хоть желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел за столом. Старик сидел напротив, болтал о том о сём. Что нет среди животных, у старика врагов. Что нравится ему, подкапливает волков. Пусть как дома путник, я ни в чём не откажу. Я ни в чём не откажу. Я ни в чём не откажу. Множество историй, хоть желаешь, расскажу. Хоть желаешь, расскажу. Хоть желаешь, расскажу. И волк из среди ночи забыл под окно. Старик заулыбался и вдруг выкинул дом. Но вскоре возвратился с друзьем на билет. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, ведь поедем мы.
Отлично получилось. Предлагаю продолжить петь хором. Да, предлагаю включить фонарики все. Будет красиво. Понять только вы для начала. Очень классно получилось.
Спасибо. Равер, по мне еще можно. Равер. Заключительная песня, собственно, называется «Пока молодой». Если в голове такие планы, снова в ту собираем чемоданы, не забудь наше время не вернуть. Если пока молодой, пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой, ой, пока молодой, все двери ногой. Если мы со мной, пока молодой, пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой, пока молодой, пока молодой, я свободен на основном пустой. Пока молодой, пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой, пока молодой, теперь ногой, по дороге моя, если ты со мной, пока молодой. Поздравим Викторию и Сергея с 20-летним юбилеем совместной жизни. 23-летним даже поаплодируем. Крутой срок в наше время. И хотим подарить цветы. И если они могут, выходите на сцену в ваш звездный час. И мы исполним для вас еще одну песню. Вот они идут. Поздравляем вас, вы классные. Процветания, успехов. Вы можете стоять на сцене, подпевать нам. Мы исполняем песню «Видели ночь». Всех окнах
Покрасные огни, один за один. Мы видели, как уезжает последний кабак. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась клёнка, подай. Чтоб закрыли дверь, протяни парень, сними свою обувь, мы будем ходить босиком. И сигареты, и спички, и бутылка вина, я да. Поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Боюсь, вы, поздравляем еще раз. Так, ну а я с вами хочу записать напоследок кружочек. Давайте передадим эстафету следующему городу. Это будет у нас Уфа. Да, 21 ноября, да? Так, ну давайте запишем, наверное, такое видео. Вы готовы кричать хижину музыканта? Так, сначала направлю на себя и, соответственно, на вас, окей? Нет, я вас еще не снимаю. А, вы как будете? На этом, друзья, концерт в Краснодаре подошел к концу. Передаем эстафету Уфе. Приходите, будет вот так же классно, как здесь.